Размер вознаграждения превысил 1 000 000 рублей. Силовики отмечают, за сданную боевую единицу в регионе можно получить приличное материальное вознаграждение – вплоть до 10 000 рублей. Патроны и боеприпасы оценят от 20 до 60 рублей за штуку. Ведомство напомнили, что россиянам запрещено хранить и использовать найденное или переданное огнестрельное оружие без специального разрешения. В таких случаях боеприпасы необходимо немедленно сдать. Лица, которые сделали это добровольно, полностью освобождаются от уголовной и административной ответственности. Росгвардейцы регулярно проводят рейды и выявляют нарушителей. На учете подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми состоит более 32 тысяч владельцев оружия, имеющих в пользовании более 64 тысяч единиц оружия. Наибольшее количество хранящегося гражданами оружия – это охотничье гладкоствольное – порядка 46 тысяч единиц. На безвозмездной основе гражданами сдано 133 единицы огнестрельного оружия. Также сдано порядка 2 тысяч боеприпасов и 57 основных частей к огнестрельному оружию. За незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия законом предусмотрено уголовное преследование. Санкция данной статьи весьма жесткая – от 3 до 5 лет лишения свободы со штрафом до 80 000 рублей.